и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Привет! 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 Спасибо! Ух ты! Домашние! Жовты! Это вы откуда? С Лазирок привезли? Да, золоти. А что, вы ездили к маме, да? Да. Возили внуків до бабушек, прабабушек. Ага. Який у вас гарний манікюр. Да. Людочка. Як завжди. Да, спасибо. А ви показували своїм глядачам? Ні, не показували. Показувати надо, красиво. От і Галя приїхала. Приехала. С приездом. Приехала. Сканила в Киев. Сегодня я приехала с приездом. Ты что, увидела мое видео про квартиру и быстро примчала? Разбираться, когда будут эту квартиру нам давать. Бегу уже. Пока уже знает. Да, все, всем привет, дорогие зрители мои. Вот мы приехали. Сейчас разбираю вещи. Все свои. Галя приехала к нам жить. Да. Как приезжая с Вашкой. То туда, то сюда. То там, то там. Потом Валетка положила спать. И пришли в гости Сашка со своим Святославом. И Вася говорит, да, давайте этого Ваша Святослава в Болгарию положим. Она все, говорит, мастер укладывает. Так вона там на вихідних работала, бідна, то покупає одного другого спати, одного другого. Баба Галя там уже бігає. Оди, у баби Галя, баба думає, баба Галя в понеділок хух на роботу накидає. Ну, вона нас мокрить там. Поздравиться. Ось вона ж приїжджає на вихідні. Да, вона сказала, що приїжджає. Я говорю, о, до Володьки вже соскучилась, біжить. Галя приїде? Да. Ой, не забудьте кукурузу спіліт. Я вас і обіцяла послати. Вже отримали, треба забрати. Галя приїжджає. П'ятницю сказала, буде. Ждем, значит, Галю. С Васей или сама? Сама. У них там козы. Козы будут размножаться. Понятно. Оксана, бери апельсинку, ой, это мандаринку, бананы, хурму, что будешь. Садись сюда, Оксана. Да я хорошо сижу, я же пришла. Всех витаю, дорогие мои друзья. Тамара, привет, скажи. Привет, привет. Всем. Мы сегодня идем, вот Агромат называется, возле дома плитка и сантехника. Ну, сразу зрители поняли, зачем это нам надо. Скоро ремонты, надо начинать смотреть, что вообще, на что рассчитывать. На какие цены, на какие плитки. Что вообще предлагается нам на рынке вот этого вот Агромата. Да. Есть еще огромный мегамаркет возле дома, эпицентр называется. Смотреть, что, как и почем. Сами себе дизайнерами будем. Да. А почему Агромат? Потому что он находится расположен самый близко к нашему дому. Поэтому Агромат. Начали с Агромата, да. Вот здесь два здания, вот это первое и вот второе. Ну, мы сначала сюда сходим, потом туда. Тяжелая дверь. Так. О, с весной сразу написано. Видишь, настроение сразу поднимает. Весеннее. С весной твой Агромат. Здесь игрушки продают. С чего начнем? Ой, Тамара, нам, наверное, не хватит дня. Да. Мы с чего начнем? С пола или со стен? Или все подряд? Или подряд. Смотрим. Да? А
вот, смотри, отсюда, по-моему. Вот так. Угу. Камешки. Это ванна на стенку, да. Кухня, это то, что черно-белое. Мы потом покажем, наверное. Вот это мне не нравится, такое шершавое. Вообще не нравится. Плохо мыть его, да? Во-первых, мне кажется, пыль оседает быстрее, мыть плохо. И вообще, мне кажется, и смотрится не очень хорошо. Мне так кажется. Вот Тамара говорит, что здесь может оседать пыль и будет плохо мыться. Ну, мыться может неплохо, оно, я смотрю, неплохо, но... Ну, красивенькая Тамара, вот так одна стенка вот такая, допустим, да, а потом остальные гладенькие. А пол, смотри, какой коричневый. А что-то мне не нравится. Ага, вот это мне тоже не очень нравится. Вот такая вот одна стенка, потом вторая такая какая-нибудь. Гладенькая. А, розочки мои любимые. Мрамор. Вот сейчас говорят, модно. Вот я смотрела, сколько это в интернете, пол, что вот. Наверное, да, да, вот да. Пол, да. Неплохо, ты знаешь. Вот пол в мраморе сейчас. Пол и вообще стены тоже. Ты смотрела, да? Мы в интернете с Тамарой смотрели. Интересуемся сейчас ремонтом в основном. Да? Ты какой сейчас? Модные тенденции какие? Ну, пол красивый, да. Я имею в виду, вот такой есть тоже. Да, да, да. Здесь посветлее. Здесь посветлее. Здесь потемнее. Вот видишь, показано, как темный вот этим. Вот темный цвет я почему-то не очень люблю. А ты любишь черный? Ну, черный, на черном, наверное, грязь будет видна больше, да? Я люблю, чтобы было светло. Хорошо. Это вот, видишь? Светло-серый? Вот смотри, я ей просто показываю, как оно смотрится. Ага. А вот сейчас, кстати, я смотрела тоже, что вот такие сейчас очень модно плитки на пол, да. А я на Оляписе так смотрю. Как это на скандинавский стиль, там как у них коврики это скандинавы. Это дизайнер. А сами да. Хорошо не налипли, мне так кажется. Угу. Смотри. Так, ну будем самое что-то интересное показывать. Ну, чтобы посмотрите, сколько у нас всего. И что-то, если нам понравится, только потолок, кстати. Что-то нам, если понравится, я вам покажу. Аляпистый? Покажи. Ну, оно интересно, если... А, вот, вот, вот. Да-да-да, вот, смотри. Так это же видит сейчас, как модно. Да-да. Ну, это смотрю. Прямо сильно, конечно. Для маленькой комнаты это будет... Это не комната, это ванную комнату. Для может ванны. И в комнату. Нет. Для маленьких ванн. Точно, и в ванну, и в комнату. Сейчас вам покажу, какие плитки. Вот. Синего цвета. Ага, о, восточного. Роскошных ванн. Это если хамам, если большая. Территория. Качу, красивая, смотри, черная. Ничего себе. Во, вот такие. Кстати, это видишь, даже по отдельности можно покупать. Да. И... Дальше листаем. Листаем. Вот такого плана мне нравятся красивые. Ой, розочки нежные. Да, нежные очень. Смотрю, вот про вас. Стиль про вас. Ой, синенький, да, синенький. Это тоже обожаю. Ну тоже, знаешь, аляпис тогда может быть. Нельзя, очень аккуратно надо. Почем, интересно? Почем? Буквально. А, смотри, недорого, 145 гривен всего лишь. Да. Да. Это же обычно плитка. 145 вот очень дешево. И сейчас у них, кстати, скидки идут. Так что приходите в Агромат. Да, я там увидела, что написано. Ну, сколько, не знаю. Ой, Тамара, это что, тоже плитка? Я думаю, это материал. Это плитка. Да, смотрите, похоже, как будто бы это такой материал, как диван, да? Ну, он, эта плитка стоит 1230 квадратный метр, да? 239. Сейчас вам покажу поближе. Это, конечно, ой, это дорогая, 1239. Да. А, так Тамара написано. Или это метр квадрат? А, это метр квадрат. 150 на 150 и 10.
Ваня. Ой, светленькую дай покажу еще. Смотри, какие светлые. Вау! Какая здесь. 699. У тебя оно напоминает, что это как материал? Как материал. Но это плитка. А вот эта плитка вообще, посмотри, 2217. Как, вот это, ага, 2000 цена. 2217 цена. Угу. Чуть-чуть покажу. А эти подешевле. Вот эти. А эти почем? Вот эти 699. Ага, вот эти. И 1835. Вот эти 1800. Вот это наши 699. 699, 1800. Вот такая. Угу. Так, такая. Ну, это ж можно там не все, допустим, да? А там сделать фартук, например, да? А посмотри еще розочки. Ага. Как салфетки, да, декупаж, когда делаешь. А вот плитка со всякими. Цена тоже 2230. О, это как жель, да? Или как... А, голландская, Голландия. Сансенханс. Мы привозили сувениры с этим. Да, да, из Голландии. Амстердам. Действительно, это ж сколько нужно тут ходить. Ну, посмотрите, сколько... Ну, давай я быстро пролистаю. Давай будем показывать то, что нам давай, более-менее понравится. Да, все не сможем. Или давай ты быстренько здесь крути. Или давай ты быстренько крути, и я буду показывать. Вот это? А тебе нравится вот в мраморе? А мне кажется, что он холодный. 498. Холодный, мне кажется, этот мрамор. Ну, возможно. Вот он. Ну, вот сейчас вот он в тренде. 780. 780. Это обычный, мне кажется. Плитка для подлоги, для полов поломаешь. Ну, вообще... Вот, смотри, тоже ничего, в принципе. Ну, дорогая, да, Мара, 603 гривня. Есть вообще за 200 и за 300. И цены нормальные, да? Украинского, если производство. Если, конечно, испанское, то стоит... Испанское стоит, да, до 600, от 600 и до 2000. Ну, здесь... Ну, да... как кирпичики, да? А, вон. Здесь. Ага, цветочек. Нежный? 120. За метр? А ну скажи, сколько? 120. Размер 200 на 500. Вот это, наверное, клипка 120, что ли? 120. Клипка. Одна штучка, наверное, 120 стоит. 120 гривен. Ну, это под кирпичная стена. Кирпич, да, кирпич. О, вот это тебе не нравится? Ну да, интересно. Смотри. Мне это надо. Ну, чуть-чуть темноват, мне кажется. Да, интересно. Темный цвет. Да. О, Тамар, смотри, какая интересная фактура. Ну, это тоже необычная полоска, понимаешь? О, здесь водопад такой. Камушками. Интересно, настоящая. О, водичка. Я думала, за стеклом, понятно. Настоящая водичка, да? Да. Понятно. Комар обнаружила, что это, оказывается, настоящая. Вода течет. Да, вода. Водичка. Все. Еще раз уже. Водопады. Да, водопад. Ага. Еще раз будем с
посмотрим. О, Тамара, можно такой водопад нам сделать в ванной комнате. Давай сделаем такой водопад, Тамар. Надо там, где твои цветы сделать. Точно, точно. Да. Орхидейки мои будут, антуриумы. Да не говори. Только были по размеру поменьше сделаны. Мне нравится вот такой белый. Ну, какой? Не рельеф, но если рельеф, то вот так хотя бы такой. Если рельеф, хотя бы такой. Да, я тоже так мне нравится, да. Это что, вся стена такая была? Может, нет, тоже будет не видно? Не стена. Не стена, да? Это где-то так вот. Кусочек какой-то. Да, вот просто полоса, возможно. Интересно. Я потому что лев, и мне кажется, плитка как обои. Ой. Подобой. Ой. Подожди. А ну подержи вот так. Тяжелая. Ага. Точно как обои. Вот старинные обои. Старинные обои, да. У бабушки у нас такие обои. Ой, в Кировской области. Ну, такие вот арочки, вот такие волны мне не очень нравятся. Угу. Если рисунок, то уже... О, сейчас еще я читала, это я вчера посмотрела, что вот такие соты очень модные. Но мне почему-то тоже соты не нравятся. Вот такие вот фигуры тоже, рисунки. Вот такие. Это сочетание вот таких цветов мне тоже нравится. Да? Ну, видишь, Скандинавия – это твое. Ну, одно какое-то ползое. Вот такие плитки, я не знаю даже, куда их можно. Детскую. А плитка зачем? Одной. Ага. Ой, вот эту давай покажу, смотри. Тоже интересно. А вот. Синенькая. Я еще посмотрела, вот плитка, которая такими, как кирпичиками, называется кабанчик. Не знаю, как это. Так везде, видишь, везде почти мрамор. Под мрамор. Плитка. О, вот это вот, Тамар, тебе вот такие не нравятся, смотри. Ничего. Нежненькие такие, да? Отлично. Ничего. Здесь нет. Это мне понравилось. Стоит 1,796 гривен. Так, идем дальше. Так что, может быть, плитку под мрамор? Керамогранит, вот на столешнице, наверное, они Мне уже перехотелось смотреть, Тамара. Столько много же. О, посмотрите, какой интересный узор. Черный. Так. Ага, такой. В конце серый. А что ж такое? В основном все в мраморе. А, даже здесь кактусы есть. Да.
Вот эти давай покажу. Блестяшки. Еще нет, вот эти. А что, вот это вот? Не нравится тебе? Ну, все это здесь пыль, да, будет собирать. Давай поближе. Кактусы. Покажу. Так, здесь что у нас? Угу. Все под старину, как-то потертости. Тамаре что-то ничего не нравится. О, вот такие вот выпуклости. Так, цвет беж. А. Потертостями. Смотри, как это. Да, интересно. Даже есть, вот смотри, Тамара, как малахит. А, нет, вот такой цвет. Зеленый. Такой болотный, темный. Угу. О, тоже соты, видишь? Соты. Какие соты? Ну, сейчас все бросились, да, на вот этот стиль скандинавский. Паука коврик старинный. Из лоскутков, кстати, вон. Мне Юля с Юрой из Питера подарили покрывало из лоскутков. Только оно еще в Нукусе. Когда привезут, я вам покажу. Камушки. Тоже что ли ванну? Люба, кто хочет осенний пейзаж, пожалуйста. А, точно. Смотри, как будто бы на такой вот действительно краски такие. Плитка такая стоит. 697 на 325 на 8, то есть 3. Видишь, вот так это вечно осень будет в ванне. Ну, не обязательно же всю ванну, а так это кусочек, да. Кусочек здесь много. Оно как дерево, как под натуральное, да? Как будто бы волна. На самом деле ровно, просто рисунок такой. Thank you.
есть и готовые, можно посмотреть варианты деревья. Ванны разных размеров. Еще есть на втором этаже. Как зонтик. Ходили-ходили, устали, присели, пришли в кафе с Тамарой. Да, такое уютное кафе, хорошее. Свежим воздухом подышим немножко и переходим на другую сторону. И там тоже огромный магазин. Вот так и тратятся дни. Да, Тамар? Время уходит. И день прошел, да. Всем пока-пока, а мы заходим в Агромат.